Новое клубное мобильное приложение для вашего смартфона. Покупка билетов онлайн, календарь матчей, последние новости. А главное, наша онлайн-игра. Отвечайте на вопросы, делайте прогнозы, набирайте очки и выигрывайте призы. Играет команда, играете вы. Игнатьевич, можно сказать, что ключевым эпизодом матча стал неназначение пенальти и удаление? Знаете, я это обсуждать не буду. Там есть люди, которые этим занимаются. Пусть они разбирают этот момент. Это не мое дело. А сколько неожиданно стало, что в первые минут 20 Спартак вообще в плане поля не приходил? Нет, это мы ожидали. Примерно, когда состав увидели, что так будет игра в таком ключе. Что Спартак будет вторым номером играть. Так как имеет быстрых атакующих игроков, это, я думаю, логично было.